анонс и точку выхода нового 4-серийного сериала «Время прощать». Премьера сериала состоится 11 сентября на канале «Домашний». Жизнь супругов Екатерины и Алексея Бажевых начинает стремительно разрушаться после трагического происшествия, проживающей неподалеку от них семье. Соседскую девочку находят мертвой. После проведенной специалистами экспертизы, выясняется, что девочка была убита. Также вскоре становится известно, что неподалеку от места происшествия видели автомобиль Кати. Человек, занимающийся этим делом, считает Бажевых причастным к преступлению. Однако в процессе следственных действий сотрудники правоохранительных органов получают данные, согласно которым жертвам нападения должна была стать сама Екатерина Бажева. На вопрос, кто мог желать молодой женщине смерти, остается открытым. С этого момента семья Бажевых оказывается вовлечена в непростое расследование. Теперь паре предстоит пройти через череду испытаний, чтобы докопаться до правды и главное в процессе не утратить самое ценное, что у них есть – любовь. Премьера сериала состоится 11 сентября на канале «Домашний». Если вам нравится сериал, ищите выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будьте в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.